На стадионе «Химик» сегодня нет ни спортсменов, ни болельщиков. Сотни кемеровчан собрались здесь не для трансляции футбольного матча, а для просмотра лучших роликов мира, которые созданы за последние несколько лет. Генеральным партнером показа стал сервисный центр Shell. Показ прошел при поддержке администрации города Кемерово. Организатором акции выступил журнал «Выбирай». Мы когда узнали в интернете о том, что организатор из Иркутска, собственно, устраивает такой город вообще в России, мы загорелись этой идеей. Вообще ролики такие титулованные, во-первых, в первую очередь. Поэтому, наверное, какой-то настроение. Хочется для людей, для наших жителей города, для вообще гостей города, в том числе, сделать какой-то праздник. Мы не ожидали, что придет столько людей, мы очень рады этому. Короткие по времени, но глубокие по смыслу. Для всемирно известных авторов 20 роликов не существует преград. Так герои фильма «Бутылка» продолжительностью всего 5 минут ради любви преодолевают границы дозволенного. По сюжету снег и песок хотят быть вместе, но природа не дает им такой возможности. Тогда они решают встретиться на дне океана и стать одним целым. Рита в этом году окончила вуз. Слова «мечта», «свобода» и «любовь» для нее сейчас имеют особое значение. О показе она узнала от друзей и пришла на стадион прямо с вручения выпускного альбома. Рада очень оказаться на этом мероприятии. Чисто случайно подобрали меня друзья на улице, словили, привели сюда, и я вообще в полнейшем восторге. Белоруссия, Португалия, Марокко, Мексика, Колумбия, США и Россия. География полуторачасового показа 30 городов и 5 континентов. В 23 часа по местному времени жители во всех уголках Земли объединятся для того, чтобы посмотреть кино о самом дорогом. Теплая ночь, бесплатный вход и возможность собраться большой компанией. Единственное, о чем жалели зрители, это то, что показ закончился, а расходиться не было никакого желания. Руслан Харитонов, Евгения Дугаева, Сергей Юрин. Новости моего города.